спорт для всех. Центральный стадион на бульваре Любы Новоселовой в Одинцове полностью реконструирован. Созданы максимально комфортные условия для спортсменов и жителей города, в том числе для тех, чьи физические возможности ограничены. У нас уложена тактильная плитка. Значит, внутри здания сделаны туалеты МГМ. На трибуне оборудованы места для слабослышащих, индукционная петля для слабовидящих, для людей на колясках. То есть созданы все условия для проведения мероприятий с группой МГН. Поэтому будет хорошая ситуация в стране, будем проводить мероприятия, милости просим, приглашаем. Все стандарты соблюдены. Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» совместно с депутатами Общественной палаты и председателем Одинцовской организации инвалидов убедились в этом в ходе рейда, который провели в рамках проекта «Доступная среда». Наш партийный проект «Единая страна. Доступная среда» направлен как раз-таки на то, чтобы учреждения, которыми пользуются люди с ограниченными возможностями, были оборудованы всеми необходимыми, и средствами, и помещения, чтобы люди с ограниченными возможностями могли получать, все услуги, которые получают, все жители нашего округа. Обязательно наличие пандусов, перил, кнопки вызова помощи, тактильная плитка и таблички с шрифтом Брайля. Указатели движения к важным объектам, парковочные места для инвалидов, яркая маркировка дверей. Малейшее отхождение от норм значительно усложняет передвижение для особенных посетителей. А когда в разнобой на разной высоте установлены кнопка вызова помощи персонала, что на коляске подъедет человек, а она вот тут это. Вот. Вроде деталь, да? Для здорового человека и незаметная. А вот на коляске очень сложно. Туалет адаптирован для удобства маломобильных граждан. В идеальном состоянии, говорит эксперт. А вот уличные пандусы следует доработать. В целом стадион полностью готов принимать спортсменов и болельщиков любой категории. Доступная среда, условия для детей, раздевалки, хорошее поле, хорошее, прекрасное на высоком уровне освещение вечернее. Можно заниматься до 10-12 часов и проводить также соревнования. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».